Дверь открыта, и питание пошло. Еще немного, и зайдешь за помощника инженера. Класс. Похоже, стена здесь не крепкая. Дракс, мне нужно проделать тут дыру. Я займусь этим. Похоже, у тебя все получилось. Теперь иди в аппаратную и жми отключить стопор. А я пока переверну ядро, чтобы мы могли ехать дальше. Стопоры раскопорены. Молодца! Дуй сюда, пока мы без тебя не свалили. И насколько вас хватит без главного нажимальщика кнопок? Мы знаем, что здесь есть зараженные. Значит, наверху с большой вероятностью творится что-то плохое, да? Наверное, им нужен источник питания, и мы их разозлили. Скорее бы разобраться, что тут такое. И вернуться к космосу за наградой. Вот и наша остановка. Эти двери заперты. Найди другой выход. Дракс, вдарь по панели, к которой провода ведут. Отойдите. Приезжай в Калифорнию. Отдохнем, развлечемся. Что это? Ничего. Нет, это. Опять перевернули ядро? Что-то снова заряжается. Мы застряли в вентиляционной шахте. Молодец, Квилл. Чувак, ты раздражен. Ты уж прости. Прощаю. Правда? Так просто? Если ты не в курсе, просящий прощения Квилл сейчас не самое важное из происходящего. Ракета, что это за хрень? Я без понятия! Мы на что-то выкачиваем! Это связано с теми кубами? Я не знаю! Надо следовать поближе! Питер Квилл, мы уже бывали в этом ангаре! Эй! А помните странную церемонию, которую жрец проводил на скале? Его красные облачения отпечатались в моей памяти! Точно, точно! У него была какая-то хрень, которую он откачивал соки из зомбированных ведроголовых!
Они то же самое делают, как Дракси? Не знаем, мы не узнаем, сидя здесь. Похоже, они чем-то запасаются. Корал бы никогда не позволила сделать такое со своим кораблем. То есть она эвакуировалась? Не знаю. Может, забаррикадировалась в своей каюте. Мы не уйдем, пока не выясним, что здесь произошло. Подсчет отца. Устройство высасывает энергию из контракции. Ну так что это? Они используют этот луч, чтобы зарядить что-то типа аккумулятора. Стандартные галактические порты, регелианские сепараторы, катоды ГРИ. Отдельные слова я даже понял. Впервые в жизни такое вижу. Я лишь плут. У меня все приборы зашкаливают, но что это за энергия, понять не могу. Что за... Отчет там, сэр. Вот так круто. Здесь взорвался корабль церковника. Да, как-то тут все изменилось. Из-за гигантской машины. Уверяю тебя, Питер Квилл, именно здесь вы с девочкой чуть не разбились насмерть. На ту гигантскую лучи хрень! Переправишь нас! Отчет для пса! Нужно уничтожить эту штуку! Мы даже не знаем, что это! Да может, так мы наверняка разнесем весь корабль! И тебя тоже! Подставляйтесь под луч. Дельный совет. Страж Галактика, говорит Боссман, у линии указано на то, что Надежда Халлы – ключ к тому, что происходит в Галактике. Что там шумит? Мы сейчас готовим исчерпывающий отчет. С контракцией все довольно паршиво. Они ее убивают, это как пить дать. Расскажи, Боссман, что происходит. У них тут гигантская лучехрень, нацеленная на планету. И она выкачивает энергию. Страж отыскал Центуриона, Карел? Пока нет. Страж должен ее найти. Может, она ответит на вопрос. Думаешь, это тебе громко? А каково им на планете? Женщина, здесь пригодится твой опыт сражений с центурионами. Рассредоточиться! Резкий поворот! Камора! Надеюсь, они не разболтают, что мы здесь. Пусть приблизится, я попробую твоего клинка. Хватит там жужжать! Спускайся и сражайся! Пустим его на землю, и каждый поучаствует! Готовься к бою, ракета! Готовься к смерти! Тебе с нами не сладь! Нам надо придумать какую-то тактику! Пока текущие работы! Круши их, Рак! Это еще на стена! И внизу тоже! Это будет славная битва! Центурионы не так просты, как кажется! Вы их безвредники! Достаточно того, что сделали с контракцией! Мы их остановим, ракета! Эльфич Круз! До удачного момента! Эй, спускайся! Дай, я тебя пристрелю! Что дальше, Питер? Питер? Вперед, Дракс! Ты знаешь, что делать, ракета! Здоровяк в нокауте!
Надо нанести последний удар! Никаких больше полетов! Стойте, как скала! Крут, притормози! О, нет, серьезно! Центурион! Ты сбивайся, а я прикончу! Я жажду разрушать! Нет ни капли достоинства и чести. Слишком быстрый! Стреляйте в диски у них на груди! Чтобы просто разозлить их или как? Могли бы мы одолеть Центуриона? Центурионы не так просты, как кажутся! Хватит носиться туда-сюда! Я попасть не могу! Устроим этому поганцу аварийную посадку! Может, найдете себе планету поскучнее? Мы их остановим, ракета! Запускай, Дракс! Надеюсь, они отключены от мира сознания! Может, гигантский компьютер во всем и виноват? Лови его! Мы тут ищем Карел! Вы ее видели? На этот раз просто мне не поможет, Квин! Ладно, остается мне началось все именно на этом корабле. Найдем Карел, она нам все расскажет. Есть идеи, где ее искать? Начнем с ее каюты. Я даже знаю, где она. Ты знаешь, как нам выбраться? Да, благодаря Драксу. Выйдем через дыру, куда мы с Ники свалились. Дракс, подтащи эту штуку поближе. Полагаю, у тебя есть план. Кажется, я зря старался. Успешный план состоит из этапов. О, опять читал книжки по математике? Питер, нужно как-то затормозить эти батареи. Подсчет для пса. Рохот продолжается. Думал, что это сработает. Что я... Ракета, куда ведет вентиляция? Лишь попадать отсюда. Нужно приготовиться на случай, если зверь попробует уничтожить машину. Вот и все. Я все сделал. Да, спасибо. Нам нужно как-то пройти. Надо выбираться отсюда. Идеальное место для засады. Какая же эта штука все-таки громкая? Добавлю это в мой отчет. А ты об этом еще не упоминал? Добавлю еще раз. Ни у кого нет идей, что именно этот пылесос-переросток делает с контракцией. Ракета, есть мысли, зачем им столько аккумуляторов? Все по моей задумке. Впечатляющий ты этот мир. Надеюсь, он от этого не взорвется. Отлично, вперед! Туннель на той стороне. Хорошо, что больше никто не появился. Бедняжка Контраксия! Я есть Крут! Быть прост! Объединитель обнаружил вторжение! Вперед! Мы разберемся! Ее волю! Живо! Их слишком много! Прыгайте в дыру! Все же не понимаю, зачем...